В этот раз рейд прошел на улице Каширина вблизи моста через реку Трубеж. Работают сразу 4 экипажа ДПС. Расположены они так, что у мотоциклистов просто нет возможности скрыться. За несколько часов мероприятия сотрудниками проверено свыше 20 водителей, управляющих двухколесным транспортным средством. Составлено более 10 административных материалов. Всего за истекший период 2021 года сотрудниками ГИБДД к ответственности привлечено свыше 1000 водителей мототранспортных средств. Данные комплексные мероприятия проводятся с целью усиления контроля за эксплуатацией мототранспортных средств, а также для предотвращения аварийности с участием водителей мототехники. За этот год на территории Рязанской области с участием мототранспорта зарегистрировано 49 дорожно-транспортных происшествий, в которых 5 человек погибли и 52 получили травмы. Госавтоинспекция Рязанской области напоминает водителям мототранспорта о необходимости всегда использовать защитную амуницию, строго соблюдать скоростные ограничения и требования по регистрации транспорта, своевременно проводить обслуживание своего мототранспортного средства. При движении всегда должен быть включен ближний свет фар, вне зависимости от времени суток. Запрещается управлять мототранспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. За управление двухколесным мототранспортом без удостоверения водителю грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. В случае нарушения правил пользования мотошлемом штраф составит 1000 рублей. А если водитель управляет мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения и без удостоверения, ему грозит от 10 до 15 суток или наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. Олеся Котровская, телекомпания «Город».